привет! В эфире Мария Зарёна. Сегодня вы посетите мой день рождественский бранч в ресторане Cheese Connection и узнаете из первых уст предпринимателей в разных нишах о том, какую роль в их жизни профессиональной и личной играют различные офлайн-мероприятия, тренинги, семинары, события, бранчи и другие офлайн-активности. Итак, сегодня говорим об этом и добро пожаловать в закулисье моего личного праздника. Поехали! Сейчас я нахожусь в Казани. Только что закончилось мое двухчасовое выступление в рамках мастер-класса «Мифы про личный брендинг» на Телепорте 2018. И на ужине с VIP-гостями Телепорта у меня появилась возможность задать несколько вопросов Алмазу Зиадинову, создателю бизнес-клиники и человеку, который развивает предпринимательское сообщество в Казани, в Татарстане и в Поволжье. Пошли за столик. Как тебе в голову пришла идея сделать для самого себя такой телепорт? Собрать 1000 предпринимателей практически, привезти Дмитрия Портнягина, его в Казань никто не привозил. Я все время хотел что-то создавать какое-то глобальное, когда одним действием принести много пользы сразу многим людям, получается. Вот. И я подумал, кого бы мне хотелось бы увидеть, с кем мне познакомиться, и с кем ценности у нас схожи, и кому можем дать больше пользы, соответственно. Вот. И вот собрали мы 1000 человек, соответственно, почти за 3 недели. Хотя такие мероприятия там, собирают 3-6 месяцев. Задача основная была все-таки показать, доказать себе, да, то, что возможно гораздо быстрее двигаться. И я на личном примере показал, что можно телепортироваться вообще совершенно. Вот тебя никто не знал, раз там в Казань, во влоге мы уже, соответственно, вышли уже у Димы, да, там было порядка уже вот на сегодняшний момент около 350 тысяч просмотров. Соответственно, это также личный брендинг, да, вот как раз вот Маша получается, вот как-то вот так. Слушай, ну а на протяжении этого отрезка, скажи, какие ключевые точки были, что ты сделал, чтобы это получилось? MVP сначала всегда есть такая штука, я всегда пробую. Я сначала за месяц до этого попробовал, откатал все Яндекс.Кассы, там и все остальное, CRM-системы, как у меня сайты, как у меня нагрузку вытягивают. И за месяц до этого мероприятия мы сделали, ну, там, небольшой MVP. Артур Рашидович у нас такой есть, там, человек, который вот, тоже знаком с ним. Мы провели небольшое мероприятие и потом просто вот решили больше пользы дать, потому что это один из продуктов бизнес-клиники, да, то есть это задача нести ценность, объединить предпринимателей, разбудить предпринимателей, то есть моя миссия бренда – это объединять предпринимателей и помогать им достигать их цели, финансовые и нефинансовые, соответственно, как в бизнесе, так же и в личном, чтобы прокачивать, чтобы люди просто не сомневались, всегда двигались вперед, чтобы они были сильными, и вот это как раз-таки часть нашей миссии. Поэтому вот это мероприятие создалось. А тем более еще за короткий период можно сразу же 1000 человек. Да? Это же так круто, что люди видят тебя, человека, ну скажем так, на которого они ориентируются, видят и покупают или подключаются на твои бесплатные онлайн-курсы. Они видят тебя вживую, у них есть возможность поговорить. И более того, офлайн это когда не только я несу пользу и я продаю свои продукты и услуги. Ну, давайте говорить прямо. Офлайн – это то, когда, исходя из общения со мной, меня продают другие люди. Потому что, допустим, элементарно после нашего мероприятия, на котором ты была в Ростове в сентябре, я ответил на огромное количество вопросов, связанных с личным брендом от Озаренок Марии. Я не знаю, во что они вышли, были ли эти люди твоими, стали ли твои люди, эти люди твоими клиентами. Может быть, они станут ими через полгода. Вот, может быть, через год, может быть, уже они твои клиенты. Но эту работу веду я. Эту работу ведет другой человек. Эту работу вели все те 150 людей в той или иной степени. Ну, потому что они познакомились с тобой глаза в глаза. Мне кажется, нам надо провести тренинг по личному бренду в Ростове.
Ой, сложный вопрос, потому что все-таки мы, конечно, чемпионы мира по офлайновым мероприятиям, но вопрос... Вопрос цены очень важен. Я хочу зафиксировать момент и скажу вам так, что мы обсудим это за кадром, но мы однозначно сделаем тренинг по личному бренду в Ростове-на-Дону от Озаренок Марии. И мы обязательно снимем влог, в котором мы покажем, как прошел этот тренинг компании Brain Top Networking Day в Ростове от Озаренок Про. Скажи пару слов по поводу именно офлайна. Вот, то есть, смотри, да, сегодня же засилье онлайн-технологий. А почему ты... я знаю, что у тебя идут разборы в офлайне. Сейчас я опять в Казани, я тоже в офлайне. Вот мы вживую сидим, да? Телепорт в офлайне. Почему ты за офлайн так радеешь? Почему ты его так любишь? Ну, я не радею, просто это то, что у меня получается. Мне нравится вживую общаться с людьми. Мы все равно, мы частично у нас онлайн есть уже. Мы также будем сейчас осваивать эту тему достижения результата через онлайн. У нас будет продукт в 2018 в начале, как раз таки вот именно онлайн-продукт для людей, чтобы они могли по всей России там, и не только по всему миру получать пользу. Люди, вот они здесь живут в Казани, и они будут если в онлайн смотреть, они объединиться им достаточно сложно будет. Им в любом случае нужно будет делать какое-то офлайн-мероприятие, где им надо будет знакомиться, правильно? А мы, соответственно, делаем офлайн-мероприятие, где люди связями обмениваются, клиентами, опытом, там раз поговорили, потому что не один он. Ну, можно, конечно, по скайпу, там, через вебинар как-то пообщаться. Кстати, но примечательно, что мы-то с тобой познакомились на офлайн мероприятии. Но онлайновских бизнесменов. Да, онлайновских бизнесменов, которые сделали мероприятие в офлайне, куда ты приехал из Казани, а мы приехали из Москвы. Ну вот видишь, как все получилось. Да. Поэтому здесь офлайн, он тем полезен, то, что здесь нетворк, здесь коммуникация, здесь знакомство, здесь объединение, здесь можно, вот, например, любой вопрос, вот здесь даже вот сейчас мы сидим с ребятами, некоторые ребята друг друга не знают. Пока. Вот, они сейчас могут познакомиться между собой. Практически все знают, но есть пару ребят, которые друг друга не знают, понимаешь? Угу. И тут это что же, это синергия, это объединение, это вот как-то это отношение. Есть такое выражение, даже вот когда вот в бизнесе, когда там звонок лучше, чем письмо, встреча лучше, чем звонок. А что лучше, чем встреча? Лучше встреча – сон. Мы сегодня решили поговорить о ценности живого общения в режиме офлайн. Мы все привыкли в нашей современной жизни общаться в онлайне, знакомиться с каким-то автором, мастером, нашим кумиром крутым через YouTube-канал, любую соцсеть, в общем, интернет. Либо читать какие-то уже материалы, которые человек сделал, собрал для нас, мы почитали, познакомились и можем так долго, годами знать этого человека, но не соприкасаться с ним лично. Та энергия, которая передается, когда мы рядом друг с другом, она намного больше, сильнее и заряжает, и мотивирует, чем та, которую ты получишь через экран монитора. Маша, во мне уже 4 месяца сидит пацан. Я ему клятвенно пообещала, что познакомлю его с самыми крутыми женщинами Москвы, которых я знаю или еще не знаю. Так вот, ты первая, классная, которую я люблю, которую я уважаю, на которую я хочу быть похожа, с которой я его сейчас познакомила, это ты. Вот, я тебя люблю. Еще раз днем рождения и желаю тебе счастья, любви бесконечной. Будь умницей. На этом мероприятии все 100%, начиная от волонтеров, кто там подключен был в организации мероприятия, отделы продаж, те люди, кто вот просто пришли, прилетели там, да, со всего мира там прилетели люди, спикеры сами, абсолютно все получили пользу, равную телепорту. Mm-hmm. То есть это не просто там на 15%, классно там отбил, да, там из этой серии, да, там свое время, внимание. Люди просто, включая нас самих. Mm-hmm. То есть вот это, то есть поставленная цель, она была достигнута, и это и есть ценность. Всем привет! Мы сегодня находимся на потрясающем мероприятии. Мария Озаренок, у нее сегодня день рождения. И буквально через 5 минут я буду дарить ей вот эту вот амфору. А знаете, почему амфору?
потому что ее дарили греческим чемпионам на Олимпийских играх. И знаете, я думаю, этот год у Марии Азаренок, собственно, был похож на некий марафон, который она пробежала. И я вижу ее успех. Мы с ней познакомились на консультации личной, мне ее порекомендовали. На самом деле сказали, что вот именно Мария тебя зажжет, хотя до этого очень многих перепробовала преподавателей, экспертов, которые занимались нетворкингом и личным брендом. И знаете, когда мы с ней встретились, я поняла, что именно этот человек меня зажег, вот как искра. И именно она тот, кто имеет опыт, кто имеет успех, кто умеет объединять людей именно в офлайн-мероприятиях. А так как у меня первая женская школа бизнеса, это тот проект, который существует в очном формате, конечно же, безусловно, меня Мария заинтересовала больше всех. Я еще занимаюсь такой темой, как нетворкинг. Кто знаком с таким термином? Супер. Нетворкинг – искусство заведения, поддержания, развития отношений. И в нетворкинге есть такое понятие, как орбиты вашего окружения. Я не буду вдаваться глубоко в эту историю, просто сам факт, у каждого из нас существует 7 орбит окружения основных. Они здесь перечислены. У каждой орбиты есть свои особенности, у каждого из нас есть все эти 7 орбит. И есть определенная тактика работы с каждой из этих орбит. Это то, что мы обучаемся в теме, чему мы обучаемся в теме нетворкинга, когда я работаю с предпринимателями в этой теме. Но вот смотрите, что такое бренд? Бренд в некотором смысле – это образ, который вы создали, транслируете в этот мир, и это в некотором смысле влияние, которое вы оказываете на людей. Соответственно, почему человек, делая хорошее дело, не всегда имеет большое количество клиентов, заказов и денег? Просто потому, что кто-то, будучи хорошим специалистом, не занимается тем, что увеличивает свое влияние. Его влияние просто ограничивается 2 кругами окружения. Он взаимодействует только с кругом тыл и свои, и немножко с сильными связями. И вот они только знают о том, какой он классный, как он горит, как он не спит и так далее, и так далее. Кто-то другой пошел дальше, прорабатывать сильные, слабые связи, выходит на какие-то спящие контакты. А тот, кто строит бренд, он простраивает его дальше. Так вот, в зависимости от степени вашего влияния, вы же, давайте, кто понимает, что в каждом круге вот этого орбиты окружения есть потенциальные клиенты? А если даже не клиенты, то хотя бы те люди, которые могут привести вас к клиентам. Я лично глубоко убеждена, что нетворкинг – это составляющая брендинга. Потому что если ты не знаешь, кто ты и что ты несешь в этот мир, идти в нетворкинг, то есть ты протягиваешь руку и говоришь: «Я менеджер». Вот кто-нибудь знакомился с менеджерами? У кого был опыт, когда вам протягивали руку, говорили: «Я менеджер строительной компании» или «Я работаю в банке»? У кого были такие знакомства? Вы понимаете, что это знакомство ни о чем? Кому понятно, что когда вы презентуете себя: «Я менеджер в банке» или «Я работаю в такой-то индустрии», в этот момент вы просто сливаете контакт. Вместо этого нужно что сделать? Нужно сказать самопрезентацию, которая в хорошем смысле заинтересует человека, продаст вас как специалиста в той теме, которой вы занимаетесь. И таким образом вы получите или клиента, или рекомендацию. Качаете в Ростове? Ну, мне кажется, что онлайн-направление, оно сравнительно недавно набрало свою популярность и вообще онлайн-метод общения, да? И традиционно для всех людей офлайн остается, скажем так, общением для близких, общением, скажем так, когда мы можем не просто услышать какую-то информацию, а когда мы можем побыть рядом с человеком. То есть это немножко другое, это гораздо ценнее и важнее. То есть когда мы уделяем друг другу такое внимание, иногда слова не нужны. Просто побыть вместе, побыть рядом с человеком – это тоже коммуникация. К слову, Brain Top Networking Day – это день бизнес-знакомств. И, честно говоря, не могу себе представить, скажем так, начало какого-то серьезного бизнеса без личной встречи. Вот лично мне и вот большинству тех людей, кто туда пришел в этот день, для них было важно увидеться с глазу на глаз, увидеться лично. Вот. И мы даже на своих семинарах и лекциях с Олегом, мы всегда делаем акцент на том, что знакомство считается состоявшимся после первой личной встречи. Какая бы она ни была по продолжительности, как бы оно ни было, но это обязательное условие. То есть увидеть человека и почувствовать его. Не просто увидеть, а почувствовать. Вот, наверное, так.
Слушай, ну и на примере хоккейного клуба, да? Ты же являешься капитаном хоккейного клуба «Атаман». Хоккейный клуб – это отличный пример площадки для нетворкинга, для общения, обмена опытом, для знакомства с новыми людьми. Во-первых, спорт, он показывает, кем человек является по сути, да? То есть это как клуб любителей определенного вида спорта, это такая площадка, где легко увидеть без слов вообще человека, как он себя ведет, как он себя проявляет, вот, что он дает коллективу в раздевалке, что он дает за пределами, скажем так, этого хобби, сколько он готов тратить времени, внимания, личной энергии для того, чтобы поддерживать эту атмосферу. Это для нас место коммуникации. И, конечно же, офлайн формат, он приоритетен, потому что хоккей невозможно играть онлайн. Когда мы говорим про построение личного бренда, многие люди упираются в то, как личный бренд будет влиять на клиентов. Но помимо клиентов же есть, например, кто? Партнеры. Личный бренд влияет на партнеров? Естественно. Конкуренты, СМИ, лидеры общественного мнения, команда, подрядчики, менторы, наставники, покровители. Личный бренд влияет одновременно на все эти аудитории. То есть, грубо говоря, сейчас вам буду приводить примеры, но если у вас, как у владельца бизнеса, крепкий, сильный, интересный, сильный бренд личный, то вам и команду формировать будет проще. Сейчас посмотрим, какие это на примеры. Так, если вы бренд, то есть такая штука, называется входящий маркетинг. То есть, смотрите, исходящий маркетинг – это когда я иду и, например, делаю звонок, допустим, получила базу, делаю звонок, говорю, приходите ко мне. Входящий маркетинг – я стою на месте, и ко мне приходит человек, говорит, хочу. Понятна разница, да? То есть личный бренд позволяет создать входящий поток. Вот простой пример. Наверняка вот здесь есть фотографы. Ну, вы наверняка видели, есть. А, да, такие сразу. Есть фотографы. Это один из моих студентов. Вот поток закончился буквально полторы недели назад. Один из студентов. И вот смотрите. Сегодня она получает большое количество заявок на разные направления своих фотоуслуг через свой Инстаграм. Почему? Потому что она очень понятна. Здесь ее контент релевантен, ее целевая аудитория – это мамочки, она обучает мам фотографировать детей. Это один из ее проектов. То есть зеркалка для мам. Хочешь научиться классно фотографировать своего ребенка? Приходи ко мне, я тебя научу. Это одно из направлений. Просто некоторые фотографы и некоторые люди до того, как мы начинаем работать, думают, ну если я фотографирую, если я выкладываю, что я фотограф, ну понятно же, что я могу тебя научить. Приходи ко мне, я буду тебя учить. Но почему-то люди не начинают писать такому человеку, говорить, научи меня, но только если очень близкий друг. Понимаете разницу? То есть когда мы правильно упаковываем себя, мы начинаем создавать входящий трафик. Всем привет, меня зовут Мария Высоцкая, я занимаюсь продвижением в Инстаграме и запуском воронок в социальных сетях именно специально для женщин. И, конечно, у меня бизнес, он развивается в онлайне. Но без офлайна бизнес развиваться совершенно не может. И я хочу выразить огромную благодарность Маше Заренок за то, что она нас сегодня всех здесь собрала и дала такую возможность обменяться энергией, кроме того, что обменяться визитками для того, чтобы продвигать свой бизнес онлайн. И что хотела сказать, что офлайн – это очень хорошая машина для зарядки, энергетической зарядки. Да? Это та бензоколонка, которая дает нашему телу двигаться вперед. Потому что без подзарядки очень сложно работать онлайн. Онлайн затягивает, и реальная жизнь пробегает как-то мимо. Могу даже рассказать свою маленькую историю, в которой я практически год никуда не выходила, занималась развитием онлайн. И я просто сейчас наслаждаюсь тем общением, которое нам дают офлайн-тусовки. Буквально была на инфотрафике 2017, где у нас было около 200 человек. Мы обменялись энергией, которая дала возможность покреативить, придумать новые идеи. И, конечно же, сегодня чудесный вечер у Марии Заренок. И, как сказал один из приглашенных гостей, она своим присутствием озаряет этот праздник и вообще нашу жизнь, кто с ней когда-то сталкивался. Поэтому не стесняйтесь, выходите в онлайн, встречайтесь, тусуйтесь, общайтесь, проводите энергетические заполняющиеся встречи и обязательно найдите свою бензоколонку, которая будет вас всегда вдохновлять, такой, как, наверное, является Мария Заренок.